Один и тот же элемент может образовывать разные простые вещества. Это явление называется аллотропия. Различные простые вещества, состоящие из атомов одного элемента, называются аллотропными модификациями. Явление аллотропии может быть вызвано двумя причинами. Первая причина связана с разным числом атомов в молекуле. И вторая причина связана с образованием различных кристаллических форм. Например, молекула фосфора в газообразном состоянии состоит из 4 атомов фосфора P4, а при температуре выше, чем 1400 градусов Цельсия, из 2 атомов P2. Элемент фосфор образует несколько аллотропных модификаций, наиболее известные из которых – белый, черный и красный фосфор. Структура, физические свойства и химическая активность которых сильно различаются. Элемент кислород имеет 2 аллотропные модификации – это кислород О2 и озон О3. Элемент углерод имеет 4 аллотропные модификации – это алмаз, графит, карбин, линейный полимер углерода и фуллерен – сферическая молекула, полая внутри.